Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Сису Денис, я ученик 8 класса СХА политического лицея. Моя тема с изготовлением предметов интерьера в национальном стиле с помощью лазерного станка. Основная программа Coral Draw. Данная работа посвящена технологии изготовления предметов интерьера из фанеры и лазерной нарезки с использованием якутских национальных узоров. Актуальность в сфере деревообработки лазера в универсальности, аккуратности вырезки, точности вырезки по фанере, создание линейных изделий с контактной обработкой и экономией времени. Цель моей работы – разработать и выполнить проект с помощью программы Coral Draw, технологии лазерной вязки и показать обработку узоров лазерной вязки на фанере. Узоры и орнаменты являются изобразительным искусством народа, его фантазии и талантов. Якутские узоры и орнамент известны всему миру по своей красоте и изяществу. Узор имеет свойство лучше всяких слов описать, показать смысл изделию или же показать внутреннее состояние человека. Coral Draw представляет собой интегрированный объектно-ориентированный программ для работы с компьютерной графикой. Мы начали работать с эскиза от руки, затем с помощью программы Coral Draw выполнили набросок наших деталей. Затем лазерный станок вырезал наши детали, шпатулки и ширмы. После мы приступили к шлифовке. После шлифовки мы собрали наши изделия, чтобы выяснить брак. После проверки изделия идут на покраску. Всего мы использовали, всего мы тратили на кусок фанеры 4150 рублей. На краску 103 рубля, на клей 232 рубля, на оборудование 7 рублей, 4492 рубля. Использованные обереги на ширме означают здоровье, счастье, оберег ребенка и богатство. Результаты. Используя современные компьютерные технологии, графический редактор и оборудование, лазерный станок, электронный шкатулок и ширма с специальным узором для украшения и дополнения вашего интерьера. Работа над проектом я научился рисовать на программе Coral Draw. Работа на лазерном станке соблюдает технику безопасности. Созданные предметы интерьера будут украшать наш дом.